spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. Компания Lucky John хорошо известна отечественным рыболовам, а ее продукция пользуется большой популярностью, в том числе и без анодационной катушки. И сегодня в нашем обзоре представлена серия OneRex BP, состоящая на данный момент из одного единственного экземпляра в размере 3000, весом 255 граммов и с передаточным числом равным 5,2:1. Давайте поближе ее рассмотрим. OneRex BP имеет современный дизайн и выполнена в глянцевом черном цвете с серебристыми и красными элементами. Заявлена как универсальная, но основным предназначением станет оснащение спиннингового удилища. Для изготовления корпуса и ротора применяется устойчивый к коррозии карбопластик. Это делается для облегчения всей конструкции без потерь в прочности. Внутри расположен механизм планетарного типа с деталями из латуни и цинка алюминиевого сплава. Чтобы добиться более плавного хода, в катушках устанавливаются 7 подшипников, 6 из них шарикового типа и 1 роликовый. Во избежание прокручивания ротора в противоположную сторону реализована система мгновенного стопора обратного хода. Достаточно мелкая перфорированная шпуля выполнена из алюминия и за счет скошенного бортика способна обеспечить более дальний заброс. Для крепления лески оснащена круглой металлической клипсой. Лесоемкость данной модели составляет 155 метров монофила диаметром 0,28 мм. Еще отметим наличие облегченной полой дужки лесоукладывателя и увеличенного конусного ролика с титановым напылением. Фрикционный тормоз имеет переднее расположение. В нижней части катушки, позади ротора, располагается рычажок реверса, при переключении которого имеется возможность крутить ручку либо в одном, либо в обоих направлениях. Металлическая рукоять оснащена плоским кнобом из EVO. В целях сохранности при транспортировке ее можно прижать к корпусу, предварительно немного выкрутив. Также имеется возможность из леворукого варианта сделать праворукий или наоборот. В комплект входит набор дополнительных шайб. Изменяя их количество подшпулей, вы сможете регулировать качество намотки лески. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.